Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Nefright1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик и его прекрасная помощница. Сегодня мы, ребят, продолжаем проходить Brutal Doom. Тут какой-то косяк возник на канале, блин. Пишет, я 5 раз пытался видео залить, и он мне писал, что оно защищено авторскими правами. Типа, это не мое видео. Представляете, ребят, я писал видео, а он, YouTube мне говорит, что это не мое. Что я его спиздил с Ютуба. Он же не все пытался писать без меня. Да. Поэтому сегодня я буду писать все-таки с Настей Ноу. Может, авторские права ей принадлежат? Да. Ну и да. На кэшу, ребята, на кэшу, кэшу нету. И не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставить ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы наше новое видео, и вступая в группу ВКонтакте «Наши 90-е» и ПК-59, пока только нужен для Перми. Да, ребят, коли завтра мы видео не будем писать и в ближайшее время, от лица, думаю, всего канала хочу поздравить нашу Настю Ноу с наступающим днем рождения, с ее юбилеем. Ей брякает все-таки 30-ка. Ребят, пишите в комментах поздравления ей. Думаю, ей будет очень это приятно читать. Да, спасибо. Пожелаем же ей здоровья, счастья, верного парня. Ну, надеюсь. Конечно же, хороших, веселых друзей. Да и самой ей не унывать. Поменьше спать, больше чем-нибудь интересным заниматься. Заниматься для нашего канала, конечно же, да, ребят? Чтобы она на канале нам помогала и открыла свой канал. Чтобы мы вместе с ней могли вести параллельно что-нибудь. Вы, наверное, тоже этого ждете. Ну и, ребят, ладно. Еще раз поздравляем ее с днем рождения с наступающим. Завтра я сделаю видео специально для нее. И для вас, подписчики. Небольшое такое поздравление. Поэтому от меня в ближайшее время не ожидайте видео. Прохождение Реза и Горького. Только, скорее всего, уже на следующей неделе я к нему приступлю. А то сейчас очень дел много, и тут еще и у моей возлюбленной убилей. Так что вот. Ну, а мы поехали. Я начну с того места, где я уже докуда добрался. Да, у меня есть мужик. Опять. Ведь он со мной общается. У меня есть газонокосилка. Кстати, Андрей, опять подписывайтесь на его канал. Он сейчас проходит Реза тоже с такой же газонокосилкой. С гэтлинганом. Миниганом. Тру-ту-ту-ту-ту. В мясо. Где мой? Чё, чувак-то не портировался? О, вот он. Давай, смотри, смотри, как он кабана сейчас завалит. Чувак, ты мне дашь кого-нибудь пострелять? Да я тебя быстрее сейчас убью, ты не лезь под пули-то. Блин, он придурок. Тебе кислодета нормально стоять? Ты посмотри, тут... Ему вообще пофиг. Кто там нахер шмаляет? По-моему, вообще забавно. Ему одному интересно играть. А там никаких секретов нету. Ой. Где-то я чувака еще одного нашел. О, он с гэтлингом. Вот. У тебя тоже есть гэтлинг, а ты не пользуешься. Я пока дробашом постреляю. Вот там же дробашом. Какое-то место нашел. Там ничего больше нет, таких секретов нет. Бля, да. Дайте мне кого-нибудь. Дайте мне кого-нибудь уже. Ух ты. Какая местность интересная. Ой, больно мне по кислоте это прыгать.
Чё, блин, тут никуда не пройти, что ли? Что за местность странная? Главное, проход есть, ничего не открывается. Чё-то на стену у вас молчаливое стало. Откройте! Взяли, дверь закрыли. О, там открылось. Иди сюда. Кабану, бля. Сейчас что-то кабанов надо. Ладно. Блин, он вообще стал брутально убивать. Чуваки, весело, да, стало? Ну, вот сразу сюда идти. Там костюмчик есть. Ща мы тут всех забабачим. Ага. Мне стрелочки показывают направо. С глазиком. Ой, а чё это? Они взяли тут так подняли, чтобы типа я не мог забраться обратно. Ох ты, да. Ребята. Дайте мне одного-то хоть. Чё, он ему... Он просто ему... Он его просто запинал. У меня чувак вообще злой. Ты чё тут? Блять, голову вырвал. Так, у меня есть башка. Пройдайте мне кого-нибудь. Дайте мне кого-нибудь голову кинуть. Интересный ход. Чего? Интересно будет ход головой. Хороший потолок. Все отлично. Чуваки, хватит материться. Ну чё, ты прям не понимаешь, в таком смысле невозможно нормально разговаривать. Присел. Ну, чувак уже отдохнул. Чуваки, ты чё, где? Эй, мудаконцы! Они, походу, решили вот... Follow me. Они хотят взять отпуск. Ну чё, идут они за тобой? Идут. Он мой! Суки. Что за ребята, а? Да мне тут брат звонил. Потом он перезвонил. Эти-то не уселись? Вы залетели не ключик. А вот куда падали бы мы. А вот я не снег, и я летел не ключик. Так, быстрее, этот потолок какой-то странный. За потолков боюсь. Тут падать любят. Они тут не падают, они не падают. Вижу тебя. Движутся? Они живые. Кто, потолки? Снимите меня с потолка. А здесь синяя дверь. Ты хороший вопрос. Ёх. А как он туда попал? Кто? Чувак, он там был. Внутри этой штуки. О! Мочи! Ой, смотри, ты посмотри, как она боится. Я голову поймал. Она боится, я ее поймал, дорогая.
Башке страшно стало. Конечно, ей страшно, ты ее посмотри. Что я сейчас с ней сделаю? Выкину. Выкину в кого-нибудь. Я ну хочу что, познать. не надо будет? Так, бежим туда. Походу, дело только здесь день. Осталось-то. Вот синяя дверь. Лови. Руши, блядь. Халк, бич. Они же зеленые, значит, Халк. Напьются, как Халки. И буянят ходят. Алкоголики. Ух ты, красная. Красный проход. Желтая дверь. Желтый ключ. Опа, я так и знал. А тебе что, ничего не стало, что ли? Тебя не расплющило? А не было вообще пофиг все. Ну мы сами с собой там базарим. А я там иду назад, я иду туда. Общаются, общаются с тобой. Интересно, блин. Ух ты! Во-во-во-во-во! О, сколько вас тут? Была. Теперь уже кровятина падает отовсюду. Чуваки, вы поздно пришли. Я уже тут поигрался. О, как о демон. Стой, как о демон. Глаз на жопу натянул. Натянул. Да. Теперь он без глазика. Так, надо бы уже с оружием походить. Так, кто-то где-то портируется. Тут что, блин? Нахер иди. Ты смотри, он так же делает. Он такой же буйный, ты видел? Охренеть, он так же морду расколотил сейчас. Я просто охренел. И чё мы сюда приходили? А где ещё-то наш один? Теперь и этот заблудился. Эй! Со мной идешь или нет? Если ты не разговаривал, мы интересно, что он может тебя. И он все равно не идет. Он говорит, иди разбирай сам. Это че? Это наверх. А че мы тут еще не сделали? В портал. О, бля. Пришло время газонокосилки. Наконец. Как мне туда попасть? Супер. А я там видел. Вот такую штуку там видел. Я хочу эту штуку. Она исчезла. Значит, я ее собрал, что ли, в прыжке сейчас? Круто. Да. Что-то здесь секретов я не находил. 30% даже нашел. А вы не взяли. Я что, даже как-то не увозил. А мужиков-то нету? Ну, трое мужиков теперь! Они все со мной. И этот, который с рыбышом даже. У меня трое мужиков.
I got your back, man. Hold on. I think I heard right behind you. Stay alert, Marine. Swing. I think right I heard you. Something. Stay frosted. Че, ребята, пойдемте? Да тут, блин, просто пошло мясо. Ребята, пошли воевать нафиг. Никого там валят? Блин, ребята, вы сейчас всех тут завалите. Смотрите, труп нашего был сослуживца. Да, давайте этих завалим. Веселые ребята, слушай меня. О. Секрет нашел. Один с автоматом, другой с гэтлингом, другой с дробашом. Блин, пипец. Бригада ух. Бригада ух у меня ходит. Музыка такая приятная. Ты в такое мясо превращает их в фарш прям, блин, ты видишь? Угу. Вот это пушечка, да? Что за день? Чё? Дюка, да. Не очень. Это тут уже один побегал и повалил всех. Пока я там туда ходил, один уже тут всех перекатал. И один в поле воин. Он мой! Заколебали его уже всех убивать. Что делать? Бегают у всех, кого не попадя валит. Блин, конечно, всем надо вот прострелять его. Тут посмотрели просто там, решетят его, блин. Мне приходится просто подходить и добивать. Секрет нашел. Ну, тут бензопила. Обратно выйдем. О, бошки. Ну да, ребят, я не сомневался, блин. Вы мне вообще даете пострелять. Экономь патроны. Да мне что-то их уже экономить-то неохота. А вот в резе мне пригодилось это. В резе там всегда экономия. Ну смотри, если на легком самом уровне сложности, там на тренировке. Блять, ребята. Ребят, о, они портируются. Архил, ребят, выпустите. Вы там, ребят, потише, у меня быстрее пригрохаете так. А то ребят приковали, они скажут, что мы тут прикованные висели. Надо это, расслабиться тоже. Так ведь? Да. Именно так. Ох, там сколько. Это мясо. Сколько патронов-то валяется? Даже гильзы остаются. Ништяк. О, какой демон. Здесь демон пришел. Смотрите, смотрите, сейчас что-нибудь сотворят. А где гэтлинг наш?
Гэтлинг где-то загулял. Ну, блин. Я за него. Даже, блядь, не знаю, куда идти. О, там эксит. Что-то как-то быстро эксит. Ну ладно, ребят, пойдем сюда уже что делать. 60%, видишь, потому что еще туда я знаю, куда не ходил, где еще не сворачивал. Ну ладно. Потому что туда приперлись. О, все трое здесь. Ну, они уже там жарево начали. Ты смотри, он прикладом не будет. Без тебя. Я даже не знал, что они прикладом умеют бить. Да я вообще не знал, что они умеют биться. Они многое умеют. Я заметил. Точно ты не знаешь. Ты у меня дуло так не направляешь, я же боюсь. Чувак с миниганом стоит напротив меня такой. И чё, где? А, вот чё открылось. Какое поле битвы? Ну и где кто? Аптечка красная. Сейчас, сука, будет весело кому-то. Где кто, бля? Мы вообще на одном островке остались, ребят. Алло. И как нам? Сюда, что ли? Так, сюда мы приперлись. А, вот куда. Чё, блядь, где открылось? Мне по кислоте вообще не кайф бегать. Где чё открылось-то? Музыка такая эпичная. Чё, эксит? А, синяя дверь, синий ключ, наверное. Чуваки, вы нахрена его добили? Я хотел ему что-нибудь сделать больно. Кулаками. Синий ключ, это так быстро? Как-то быстро эксит-то. Как-то подозрительно. Что такое, уровень короткий, что ли, может быть? Видимо, можно. Я так не играю. О! Как-то может быть коротким. Кабан! Да ты блять! Ребята! Вам бы только пострелять, блин. Да! Не надоели. Не всех убивает, кого я хочу поймать. А вот ну ты! Они разбегаются. Ты вот. Блин, вы, ребята, вообще прихренели. Пушку опять подобрал. Голова, 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 голова. Стой, куда полетели? Дураки, блин, я вас поймать хочу. О. Круто, он загорелся аж. Смотри, он горячий ползает. О. Ой, нельзя подходить к горячему. Поймаем, блин. О, прибор ночного видения зачем-то. Что, темно тут? Ребят, я не знаю, куда идти еще. Красный. Кабанчик, 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 кабанчик. Я вообще с кабаном там не знаю, что сотворил. Ой, еще один.
Тут вообще сейчас трындец, вас четверо будет. Целая банда. Да вообще. Что я тут делаю вообще в этой игре? Действительно. Тут и без меня ребята справятся. Это точно. Найс, скиллинг, они мне что-то говорят. Хорошо прикончил. Красиво прикончил, убил. Подбадривают меня, посмотри. Да, кабана завалили. Вообще, не люблю эти лабиринты я. О. А желтого нет у меня. Еще желтый ключик надо. Вот как они сделали. Синий, красный, желтый. Бля. Будем искать желтый ключ. Ребят, куда пойдем? Где желтый ключ может быть? На стену не подскажешь? Нет, не подскажу. Вот я тоже не знаю, где желтый ключик. Здесь я везде был. А может и не был, тут придурки ходят. Придурки всех завалят. Да вообще они в башню чуваки. Ну в кого не надо пострелять? Так, увидятся ну, или... Освободили, они теперь развлекаются. Да. Причем нехило развлекаются. Ребят, где желтый ключик? Я просто петрить не могу, где он может быть. Ну, в чем прикольно вдвоем играть? Один идет туда, другой туда. Чувака, а они ключи не собирают. Спасибо, да. Они любят этим там забуриться в какой-нибудь угол и улететь там. Это не умеет. Угу. Ну, чтобы сделать что-нибудь полезное, так ни хрена. Ни хрена. Миссии такой нету. Миссии забуриться куда-нибудь. Или стрелять. Блять, я уже везде был. Где может быть желтый ключ? Даже предположить уже не могу, где он может быть. Я тем более. Я блуждаю, начинаю уже путаться, где, где, куда ходить. Так, задуматься таким мужикам нахрен вообще не нужно, у них вообще нет такого активного. Че-че-че? Так ты этим мужикам говоришь, что ты вообще не нужен.
Они вообще портируются, но куда захотят. Да? Общение у них активное очень. Угу. Опять уже к началу вышел. О, я здесь не был. Боже, так. Ну и толку. Ну, летали тут. Толку, говорю, заходил головы повалить. Да. Вот для этого ты и заходил. Не ждали? Приходишь, копишь людей на через. Мы не так-то любим. Где ребята-то все? Ребята решили меня кинуть. Я просто сказал, что поставить хочешь, не первый решили. Ага. Какие уже щедрые иногда они, а? Это я все тупо обошел, что ли? Что-то ничего веселого я тут не вижу. Ты же тут стоишь. А я вижу. Что веселого ты видишь? О. Ты проход нашел. Мне желтый ключик нужен. Ты в школу войдешь? Я тупо увижу. И здесь эксит? И тут тоже я, окей. Я два эксита нашел. У меня никому не, но у меня нет желтого ключа тупо. Еще один. Разбирайтесь. Забавно, они всех прикончили, а ключа все равно нигде нет. Задайся вопросом, где может быть желтый ключ? Они с ноги тоже бьют. Ой, еще один. У меня ощущение, что это наших просто тупо приковывают. Которые были наших двое, потому что смотри. Ты что, с чем? С дробашом? Нет, другой. Чего мне эти приборы ночного видения дают? Мне желтый ключ нужен, а мне приборы ночного видения все свели. Да пиздец мне темно. Даже не знаю, куда идти. Я везде был. Отсюда мы, по-моему, пришли. Да. Человек даже. Что за уровень это? А вот что, выше куда-то можно? А, это эксит. Сука. А, у меня желтый ключ есть уже. А где его взял? Ну ладно. Какой-то эксит-то западня. Это и не эксит совсем. Они что, хотят сказать, мне туда идти, где тот эксит был? А ты там тоже западня.
Так, секрет. Мы это все обошли. Ну, пойдем в тот эксит, который, в котором мы тогда находились в самом начале. С самого начала поперлись. Что делать-то? Где там? Вот, вот. Ну и уровень. Вообще. Бегай туда-сюда, сюда-туда. Да я не переживаю, don't worry. О, наконец-то. Ура, нормальный эксит. Ну, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Нев. Не забываем ставить Люба. Подписывайтесь на канал, ставить ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы наши новые видео. И вступаем в ВКонтакте наши 90 59 только для. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock!